Тоже ожидаем, пока пропикают у нас карты, дабы отправиться с вами в бои. Напомню, что нужно победить два раза на карте, дабы выиграть. Upgrade your digitally imported listening experience to digitally imported premium. With premium service, you'll hear your favorite music in higher quality without any interruptions. Simply perfect. Visit www.di.fm/premium today for your upgraded listening experience. Третья карта — аэродром. Ну что ж, первая карта у нас — Руинберг. Ну что ж, буквально несколько минуточек еще ожидания, и отправляемся уже на Руинберг. Команда у нас сейчас пропикает свою технику, пропикает респы, и отправляемся в бой. Ну и что ж, начался у нас пик, и наблюдаю, что сетапы у нас, ну, просто очень бодрые. Значит, команда Easy Breezy едет 2.90 и 3.50-100. А команда Evil Genius отправляется в 3.90 и 2.50-100. Ой, прошу прощения, в 4.90 и 1.50-100. Ну что ж, очень интересно, как у нас развернутся события. Увидим. Скоро отправляемся в бой.
Ну что ж, команда готова, и отправляемся с вами в бой на карту Руинберг с очень интересными сетапами. Посмотрим, что из этого получится. Слушай, ожидаем буквально еще минуточку и отправимся с вами в бой. И, наконец-таки, отправляемся в бой. Ну что ж, Изи Бризи против Evil Genius. Ну что ж, команда параллельно отправляется на зеленочку. Мы посмотрим, кто кого перестреляет. Но все-таки 90-50-100 отправляются в город.
Ну что ж, Изи Бризи встали на прием. А команда Evil Genius потихонечку пытается просветить, высветить. Есть минус Т1. У команды Evil Genius. Что ж, не спешат команды делать. Очень аккуратно отыгрывают. А команда Изи Бризи потихонечку продвигается в горы, перетягивая технику. 50-100 и 2-90-ка отправляются в город. Т1 идет вперед на подсвет, но в принципе никого он там сейчас не увидит. Ну и Т1 с 90-ком продвигается дальше. Ну а команда Evil Genius тоже оттягивает одного 90-ка назад. Изи-бризи подставлять все кусты. Никто не попадает. Отправляется двумостик на подсвет уже с другой стороны. Ну а команда Evil Genius пока что не предпринимает никаких попыток.
не возвращаются ни на базу, так и остаются на центре. Возвращается 90 на базу, уже остается 3 минутки до конца боя, и пока что никакого движения не предпринимает команды. Да, возвращается 2.90, 50-100, и при этом 2.90 команда Evil Genius тоже возвращается к себе на базу. Ну что ж, минута 45 минут до конца боя, и никаких минусов, кроме одного единственного тейкера команды Evil Genius. И никаких активных действий со стороны команд тоже не наблюдается. Ну что ж, первый бой, ничья. Выехал ты первый команду. Изи-бризи, но, видимо, так уже посмеяться. Ну что ж, меняем респауны и опять-таки отправляемся в бой. На ту же самую карту, счет у нас 0-0 на первой карте.
Ну что ж, у нас происходит третий пик команд. Немножечко утяжелились команды и чек на готовности, отправляемся в бой. Что ж, отправляется команда Easy Breezy в город, а команда Evil Genius наоборот таки атакует через зеленочку, и я думаю, что опять-таки команды будут долго друг друга выковыривать, пытаться что-то сделать. Ну что ж, Изи Бризи абсолютно контролирует город, протягивает первых на подсветы, и, как мы уже не раз видели, будет работать оттуда команда Evil Genius. Контролирует полностью зелень с маленьким городом и уже тоже подтягивает Т-1 вместе с 90-ком на базу команды Easy Breezy. Пытаются команды прострелить друг друга. Также 90 пытается накидывать позитив. Пытается с метеорой подсветить, и команда Evil Genius также уже находится на базе практически противника, и ну, никоим образом, мне кажется, это не повлияет. Исход битвы, ну, ожидаем, может команды придумают, как друг друга обмануть, обхитрить и заставить вообще играть по своим правилам.
Ну, как и пишут сами команды, бои, видимо, на этой карте будут очень долгими. Замечательный карнавал просто с обеих сторон. Танки даже практически... Ох ты! Заметили Смитяру и получает из третий. Во-во-во! Вот это даже... Уже что-то интересное. Пытается из третьей отстрелять 13.90. Ну, получает наоборот, все от него пушечку и 90-ку уходит на КД. Но очень сложно анализировать подобные бои, поскольку команда в основном находится в дефе, и каждый со своей стороны, в принципе, прав. Но мы с вами знаем, что можно было отыграть и по-другому, и команда Evil Genius уже предполагает какие-то попытки, что-то они задумали. На свои выездом 50 стоит 13.90. И 50-100 с 13.90 команды Evil Genius продвигаются вперед. Ну что ж, и поджимают команду Evil Genius. Изи-бризи отходит немножечко в тыл, а команда Evil Genius наоборот таки продвигается. Остается буквально 2 минутки. Но Evil Genius, да, не спешат они нападать. Опять-таки получает 13.90 команды Easy Breezy. Сейчас 50-100 нарвется, да, на ИСа третьего, который, естественно, дефится. Но все равно 50-100 молодец, простреливает. А команда Easy Breezy так и стоит в дефе.
и потихонечку, очень так скоропостижно команда Evil Genius продвигается. Забирают Т1, еще одного. Уже есть разница в 2 очка на последней минуте матча. Ну и я думаю, что это тоже будет своего рода ничья. Хотя если сейчас заберут ИСа третьего, то есть все возможности. И да, расстреливает ИСа третьего, буквально остается у него 78 хп. И есть минус у команды Изи Бризи, но в ответ забирают ИСа третьего и 50-100. И есть еще один минус. Остается буквально 2 танка у команды Визи Бризи. Буквально на последних нескольких секундах. Забирает это первого. Ну что ж. Нет, у нас разница 8 очков. 16, прошу прощения. И счет так и остается неоткрытым. И начинается репик. Опять-таки набирают быстрые сетапы команды. 50-100, 13-90. Ну что ж, ожидаем готовность команд. We'll be right back.
И отправляемся опять-таки в бой. Счет у нас пока еще не открыт. Мы взяли абсолютно зеркальный сетап команды. По 4.90 и по 1.50-100. Ну что ж, команда бодро отправляется в атаку. И уже мы не наблюдаем первоначального дефа, как это мы видели ранее у команды Easy Breezy. Джо очень хорошо получил 50-100 и вышел в ангард у команды Easy Breezy. Также пытается добрать 13-90, 146 хп, но уже есть еще один минус. Ну что ж, команда Easy Breezy сейчас, ну, очень сильно страдает. Остается у нее только 3.90-1.1 и... Наблюдаем, как расстреливают просто 90-ков. Забирали все-таки одного 90-го. И еще одного 90-ка. Ну что ж, ну невероятно бои сейчас происходит. Evil Genius сейчас на КД. И команда Easy Breezy тоже ушла на КД. Т1 спешит спасти 13.90, но боюсь, что уже из этого ничего не получится. И наконец-то у нас откроется счет. И есть КД. Есть КД, забирает 13.90 и Т1. И остается только один позитив, ну, 822 хп, ну, уже меньше, 559. Он дожимает последнего 90-ка. Ай-яй-яй, помешал ты первый своему 90-ку, но ай-яй-яй, промахивается. И позитив забирает одного 90-го, но 50-100, да, забирает. 13-90. Что ж, счет 1-0 на этой карте в пользу команды Evil Genius. Ну что же. Напомню вам, что играем мы до двух побед. В команде Evil Genius нужно победить еще раз. Но и
команда Easy Breezy сейчас тоже может победить, и тогда будем играть еще и третий матч именно на этой карте. Но ожидаем, ожидаем команду. Ну что ж, прошел у нас репит команд, и опять мы отправляемся в бой на карту Ривенгер. Ну что ж, опять-таки отправились мы в бой. Команда Easy Breezy продвигается тяжелым сетапом по центру и двигается на зелень. То же самое делает команда Evil Genius.
Ну, пока не наблюдали активных действий. Пытаются команды выцепить друг друга. И третий чуть не подставляется под урон. Забирает Т первого сразу же, и команда Neville Genius начинает атаку по первой линии. И сразу фокусят 13-90, 50-100. И дальше продвигаются под фокусом. 12-90 находится, буквально 63 хп у него остается. 50-100 минус. Ой, как много урона получает. 50-100. И забирает 13-90. 50-100, конечно, подставляется под урон. Забирает ИСа третьего. Диавольф не сдается. 50-100 все-таки смог отрикошетить снаряд. И есть первый минус в команде Evil Genius. Но Беовульф остается практически без прикрытия. Забирают Изи Бризи 13-90 команда Evil Genius, и счет выравнивается. Очень плотная такая борьба происходит. И получает 90-50-100. Забирает Беовульфа и Зибризи. Забирает 50-100. И остался всего лишь один 50-100 в команде Зибризи. И уже один пытается его раздамажит. 569 хп, 702, потихоньку это все тает. И есть минус. Что ж, остался только один Т1 у команды Изи Бризи. И эту карту мы заканчиваем, к моему просто величайшему и глубочайшей радости. И счет у нас открывается по картам 1-0 в пользу команды Evil Genius. Ну что ж, и наконец-таки мы отправляемся на следующую карту. И начался у нас пик на карте Химмельсдорф. Ну что ж, Химмельсдорф очень хорошо играет Изи Бризи. Посмотрим, что сможет противопоставить команда Evil Genius. И придется ли нам играть третью карту, или на этом Evil Genius становится победителями нашего турнира. Ну что ж, увидим, посмотрим.
Ну, сетапы у нас абсолютно зеркальные, по 2 ИСа третьих и по 3 50 стоп. Ну что ж, ожидаем готовности команд и отправляемся с вами опять-таки в бой. Ну что ж, начинаем бои на карте Химмельстор. Ну что ж, разъезжаются у нас команды. 2.50-100 отправляется, видимо, на горку. Значит, 1.50-100 из третьей отправляется на деф второй и третьей линии. Нет, ошибся, да, 1.50-100 у нас отправляется на горочку, а в команде Evil Genius, наоборот, таки 3.50-100 идут на горку и 2 из третьих остаются на дефе. Тоже подставляется 50-100 команда Изи Бризи. Есть первый минус команде Evil Genius, и мы разменялись танками. Обе команды из 3 на 50-100, и команда Evil Genius продолжает давить. Яй-яй-яй, подставляется из третьей команды Изи Бризи. Его сейчас абсолютно спокойно отстреливает 50-100, и есть минус ИСа третьего. Ну, видимо, будут добирать. Да, добрали 50-100 команды Evil Genius.
пытается добрать последнее. 50-100 и 40 хп у него остается. И есть минус у команды Evil Genius. И я думаю, что сейчас 50-100. Нет. Притупил укладку. Параллельно начинается захват базы команды Easy Breezy. Ну и что ж, остается всего лишь два танка у команды Evil Genius. И нападает команда Easy Breezy. Ну и я боюсь, что сейчас из третьей будет забирать 50-100. Да, рискуя потерять хп, он вышел, добрал. Их прикрывает 50-100 и... Так, сейчас развернется, сможет ли помочь. Есть рикошет, просто немыслимо. Ну и уходит в ангар из третьей. Остается всего лишь 63 хп у 50-100 команды Easy Breezy. Но не дотащили. Назовем так. 50-100 уходит на битие базы. И из третьей, да, отличным выстрелом добирает 50-100. И что ж, у Easy Breezy счет на этой карте 1-0. Реабилитируются ли они? В еще одном бою, или же Evil Genius станут у нас все-таки победителями нашего турнира. Сейчас увидим. Отправляемся сразу же в бой, не задумываясь, только поменяв респаун. Ну что ж, разъезжаются команды. 1-50-100 у команды Easy Breezy поднимается на горку. В ответ же две тэшки. Одна тэшка. И скорее всего 2-50-100 будут подниматься наверх. И команда Evil Genius встает в деф. Удивительно. Что ж, 2-50-100 у команды нет, 1-50-100 возвращается, и обе команды не спешат. Команда
также занимают в основном бегущие позиции, потихоньку прощупывают они первые по разным фамам продвигаются, и 2.50-100. Возвращаются оба. Оба возвращаются, не спешат они. Да, потихонечку поджимается команда Изи Бризи к дефу противника. Если третий поджимается через центр, 2.50-100 обходит. Нет, собираются тоже разменивать сюда. Два яйца разделяются и соединяются по паре, получается. Из третьей 50-100. Ну что, потихонечку поддавливает уже команда Изи Бризи. Уже поджимается и через центр, и через левый фланг. И выезжает из третьей сразу под такое количество урона и просто моментально его сейчас заберет 50-100 и из третьей. Просто ужасный выезд, сразу минус, но и пытается забрать. И со третьего 50-100 клинчует, нужно шотного добрать, есть еще один минус, все-таки не зря умирают. Ну что ж, замечательный выезд у команды Изи Бризи, хоть поначалу все начиналось не так хорошо, как хотелось бы. Что ж, 2.50-100 обходят команду Изи Бризи, и неужели они не смогут дотащить? Это первое отправляется на захват у команды Evil Genius. Пытается добрать от 53-го, есть минус. Ну и 2.50-100 команда Evil Genius проходит на двух шотных танков. И я думаю, что сейчас будут выбирать позитив, нагоняет сзади. И выходит 50-100. Сейчас буду забирать ИСа третьего. 2 Т первых. Бодается против одного. И что ж, 317 хп у 50-100 команды Изи Бризи и 982. Есть минус. И 2 Т первых сейчас станут на захват. И 2.50-100 висит. 2.50-100. И промахивается все-таки 1.50-100 и возвращается позитив на сбитие базы, а команда Evil Genius продвигается, дабы не дать сбить все-таки захват. Сзади достигает 50-100. Но не хватит времени на захват базы, и нужно забирать шот на 50-100. И еще выстрел. Есть минус. Что ж, 1-1, но у команды Evil Genius все очень печально, конечно. 397 хп против 980.
что же, наблюдаем за гонкой. Двух 50-100. Буквально два выстрела выделяет команду из Бриги на победу, и да, выбирают. Ну что ж, выбили прям такие, просто вынесли победу команды Изи Бризи. Счет у нас на карте Химмельсдорф становится 1-1. Ну что ж, Evil Genius, станете победителями или будем играть третью карту? Ну что ж, играем следующую карту, али нет? Какие будут предложения у команды Изи Бризи? Отправляемся в бой и... Опять разделяются команды. 50-100 из 3 уходит на железку. 50-100 из 3 остаются на дефе нано. А команда Evil Genius активно рашит по 8-й линии. Проходит вперед. И пока что это только без засвета. Начинаются стычки. 50-100 против 50-100. Забирают позитива. Ну же, 385 хп добрать обязательно не получается. Есть минус 50-100 у команды Изи Бризи. Беовульф страдает от 50-100, и на помощь к нему подходит из третьей и сразу же минусует. Один из третьей воюет с двумя танками сразу, с двумя 50-100. Но это, конечно, жесть, но разрядил на себя и проходит. Команда Evil Genius забирает 50-100 втроем. Есть сразу же минус, и нужно добирать еще одного 50-100. 100 хэповый. И вот мешают друг другу игроки, но поджигают 50-100. Огнетушителя не взял с собой. И на этом выходит в ангард. Что ж, остается всего лишь один 50-100, один из третий против трех танков. Из третий идет вперед танковать. Ну, я думаю, что этот бой заканчивается победой команды Evil Genius. Ну вот так вот загубил 50-100 себя. Огнетушители и забирают ИСа третьего. Последние выстрелы. Есть минус. Т1 стоит на захвате. Ну, уже идет сдаваться. Ну что ж, команда Evil Genius, принимайте мои поздравления. Отлично вы отвоевали и забрали себе первое место. Также поздравляю команду Изи Бризи со вторым местом. Ну что ж, ребята, вы все молодцы, вы все дошли до финала и показывали нам настолько эпичные и красивые бои,
Ну, в общем, скажу так, что мне очень понравилось. Ну, а на этом, господа, товарищи, я с вами прощаюсь. И уже, скорее всего, навсегда. Вот. И поэтому, ребята, огромное спасибо, что смотрели. Надеюсь, стримы с моим участием вам понравились. И всем говорю пока-пока.